турецкой команды, поэтому Пашутин решает, видимо, немножко изменить состав. И тоже, может быть, сделать акцент на других исполнителей. Вообще, насколько я помню, даже вот по тому времени в составе Фенербахче, он чуть ли не пятого номера будет выполнять. Уильямс под 22-м номером. Богданович и открытый трехочковый забивает у нас Костас Лукас. Флон, пик-н-ролл слева. Потом перевод быстрый мяча на правую половину площадки. Запутали всех защитников абсолютно. Ух ты, Богдан Богданович. Нет, это Слукас. Это Костас абсолютно не дают и заставляют Кита совершить потерю, которая достаточно дорого обходится казанскому Униксу, потому что после этой потери соперник забивает в быстром.